Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Вузи, и мы находимся в игре Battlefield 5. Меня не было ровно месяц, с 8 по 8 или 7 по 8, 7 июля по 8 августа я отдыхал, и вот решил сегодня поиграть да записать видос по Battlefield 5, потому что здесь много экшена, да и я вообще компьютер давно не видел, глазами монитор не лапал, руками мышку тоже не лапал, целый месяц, не знаю, буду играть как нубас. Вот, хотелось бы поиграть именно в Battlefield 5. Также еще надо будет зайти ко всем, всех поприветствовать, посмотреть, что у других на канале нового интересного, так как у меня-то вообще застой был. Никаких новых видосов. Ладно, погнали сыграем тогда за штурмовика. Посмотрим, как мой скилл упал за целый месяц, хотя я в Battlefield 5 уже давно не заходил, но попробуем сейчас сыграть, что получится, не знаю. Наверное, как нубас. Буду играть я, в общем, за штурмовика. Ну, что-то у меня тут нашлось. Режим у меня стратегический захват. Точнее, классика, да, и карта Тихоокеанский шторм. Что-то такое. В общем. Что там? Захватывать кого? На что нажимать? Кто стреляет? Куда воевать? Ой. Справа, слева. Это что, самолет, что ли, долбит? А что это на... Стоп. Вообще никого не вижу, но мы захватываем точку. Ведь справа, наверное, где-нибудь из-за горы будет стрелять. Наш едет техника. Да, это же техника Кругляшок. Нет, Кругляшок это не техника. Я просто давно не играл. Я вообще где сижу в танке-то? А, я справа сижу. А как мне налево пересесть? Кого давить? Куда едем? Мне надо на левую пушку, наверное, пересесть. А, нас всего двое. А как мне пересесть? Я хочу F3. О! О, F3 уже поинтересней. Блин, жесть. Как я давно не играл вообще. О! Это я вылез? Стой, стой, подожди! Стой! Да я залезу. Пустите меня. Я не на то нажал. Это же я. Так, вся война справа или слева? Я вообще все управление забыл. Ну, здесь тоже точка. Здесь наверняка кто-то есть. Есть. Получаем, где-то кто-то бомбит. Я вообще никого не вижу. Там бегает, ну-ка. Ух ты, ух ты. Дайте-ка мне танк. Танк японский, дайте. О, это же японский танк. Справа бьют. Есть, минус. Там еще один. Я вообще не понимаю, что происходит. Я так и не понял, что произошло. Жесть. Меня просто разобрали. Не, мне не надо помогать. Тут наших-то и нету, да, вроде как? Не, там чужие. Там снайпер сидел. Так, кот, уйди. Тихо. А я бы вообще хотел бы быть танкистом. Нам вот это надо захватить? А, тут бой не заточен. Стоп, я вообще не понимаю, что происходит. А, вот, к точке D все стягиваются. Пойду на Е. Ух ты. Ты куда стреляешь? Да почему я застрял-то? Жесть, вот это да. Это называется не играл давно. Так, кот, уйди. Не надо меня оживлять. Да почему... Ох, жесть. Где это? Пушка. Вообще. А кто стреляет? Откуда стреляет? А, о, понял. Ничего не понял. Если честно, я вообще ничего не понимаю. По мне снайпер вроде как стрелял. А насколько у меня? Я слышу, снайпер где-то стреляет. Ах ты, зараза. Да по кому вы тут все стреляете?
Господи, боже мой. Это самолет был. Ладно. А как присесть? Стоп, снайпер где-то стреляет, прям точно. Я прям слышу, как снайпер стреляет. Откуда стреляют? А, вижу, все. Тихо. Да я ж попал в тебя! А как аптечку использовать? А, все, я понял. Ха-ха. Жесть! Я захватываю деревню, уйди! Жесть, меня медик какой-то вынес. Выполнен приказ на атаку 100%. Или плюс 100, я не знаю. Меня кто-нибудь будет оживлять? А как тут поставить... А, во! Все, я вспомнил код. Сорян бы, опять код у меня, как обычно, тут вечный. Да ну уйди, уйди. Ишь, все, брысь. Дайте-ка я. А, ты в бою. Так вот он. На, в голову. Давай я тебе помогу. Садись в танк. Танк, это Шерман. Да как ты меня вынес-то? На, ха-ха-ха, это наши что ли все лезут? Жесть, он-то... А, не, нашу пушку взяли, взяли, взяли. Но у меня еще такое оружие, у меня это, одиночный не стреляет, я хочу ее прокачать. Я не знаю, когда-то давно где-то ставил. Кто тут? Кого его? Да откуда? А как гранаты? Гранаты на Г. Ух ты, самолет что ли? Да-да-да, это самолет здесь был. Стрельба идет. Кто там орет? Я вообще никого не вижу, раньше было лучше. Так, кот, ты меня тут на пробел не тыркай. Блин, как я раньше играл, вообще непонятно. О, вижу. Не вижу. А что у меня еще есть? О, РПГ есть? Что, кто-то стреляет куда-то. На! Оп, меня самолет взорвал. Ну я нормально так с этого, с РПГ-то дал. Минус 2, минус 2. Ну какой у меня вообще счет? 3 к 2? 3 к 2 всего? Обалдеть. Я и так-то в принципе не отличался. О, наш пробежал. Спасибо, братишка, век не забуду. Все, можешь бегать. Все, можешь бегать. Так, это сесть, это. На Е аптечку перезарядить. Нате вам. Свежие данные. Потеряна цель Дрозд. Где они? Где враги? Я понял, откуда бьют. Вы жахнуть прям по кому-нибудь. Чё ты в спине забыл? Больной что ли? Вон там он. А у нас есть кто-нибудь? А, вон там бегает этот. Ну мы пытаемся, давай-ка я с тобой тоже. Стой, 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 мне только на технике катать. Мы только что захватили... Дай-ка я с тобой, дядька. С тобой нельзя, что ли? Бойцы, теперь... Да ё-моё, что ж ты будешь делать? Я еще в Hell-Let Loose не заходил, там вообще еще жестче будет. Самолеты, смотрю, там летают, все окучивают. Сейчас мы противнику покажем, где цель ему. Уже пушка-то не автоматическая. Не, раньше было лучше. А подкатов нет, что ли? Ну, что-то есть такое. Ладно, понеслась. Все, заставим их. И землю, и что хочешь есть. Нам надо точку Е, по идее, захватывать. Есть попадание. Хо-хо-хо. Самолет подбит. Да хорош, давай. Ну-ка, ты стой. Да это он высоко. Кто по ним там стреляет? О, это что такое? Это я не знаю, листик какой-то падает.
Ой, короче, ты нудный какой-то. Ладно, надо идти. А, ну а что там еще летают? Ух ты, вот эта техника подбита, плюс 4 мне дают. Наши танки здесь. Где нужен врач? Я слышу, кто-то тут орет этот. Там явно не наш орет. На тебе! Слева еще один. Справа вижу. Тут один упал. Где-то техника слева. Ох, вон там он бежит. Ну давай! На тебе! Воскрешатель хренов. Эх ты, засранец. Не, это было весело. Нормально он меня с базуки вынес. Медик! Выполнен приказ на атаку. А у нас сил-то побольше будет, чем у Япоши. Самолеты летают, вообще жесть какая-то. Техника внизу, жесть, все смешалось. Давно-давно я не играл. Пришлось отъехать. Ну, опять самолет. Все стреляют. Погоди. Сейчас зайдем. Где вообще воюем-то? Ага! Шпион. Так, нам надо на точку Г. Мы потеряли цель Аист. Сейчас мы найдем цель Аист. Опа. Он оттуда бьет. Ну и ладно, пусть бьет. Мне как-нибудь тут промчаться. Аптечки, патроны. Самолеты летают, жесть. А где он там сидит? Там он из пушки, что ли? А. Ну-ка. Эх, я прям в дерево сандалил. Чуть-чуть повыше. Ну-ка. Эх, еще чуть выше. Блин, и нету дальномера-то. Да ты что, серьезно хочешь сказать, что я по тебе не попадаю? А ну-ка. Я засветился. Да ты что, танкист-то? Пацаны, дайте-ка мне патроны. Дайте-ка чего-нибудь. Дай что-нибудь, пипец, как надо называется. Давай. Оп, снайпер. Отлично. Это кто? Мне, да? Снайпер хочет со мной постреляться. Так я вроде и не снайпер. О! Ну-ка. Нате, сидят там целый отряд. Попаду по кому-то вообще. Или у меня вообще аккумулятивные снаряды? Я что-то понять не могу. У меня осколочно-фугасные или аккумулятивные? Снайпера видел? Блин, поздно. Type 99, Рисака. Ну еще бы. Он меня не вынес. Это обычная штурмовая винтовочка. Наш тут бегает. Пойдем я с тобой. Ух ты. Ух ты, вот это жахнул. Подождите. Не, я на это не подписывался. На! Бежим назад. Я хочу назад. Я хочу в окно. В окно меня не пустили. Наш. Блин, кто бы дал бы еще? А, тут все, один что ли только был. Кто бы метки бы еще дал бы? Да ты зараза, да серьезно, я ж там бегал, штурмовик бегает. На. Забили штурмовика. О, спасибо, спасибо. На этого похож, как там его? Который там бегал-то. Чудесно. Как его? В общем, не помню, фильм-то назывался. О, снайпера видел.
Захват точки тут сегодня будет? Ой, тут стрельба, что-то происходит, это что такое? А, самурайские мечи? Не, никакой. Да что ты тут делаешь? Что он тут вообще делал? МГ-42, он, наверное, лежал всю жизнь. Ждал меня одного, и мы проигрывать начинаем. Это потому, что я за эту команду зашел. Начинаем сливать. Я вообще не понимаю, что где происходит. Кто там домой-то хочет? Точку захватываем, надо тоже идти. Вот он тут сидит. Фонтанчик наш 40 метров. Кому стреляют вообще? Откуда? Вам вообще все равно, что ли, по кому стрелять? Да вон там же он сидит. Там наш. Так, а куда наш танк свалил? Я вообще хотел в танк засесть. Пойдем за танк. Давай, пошли. Я с тобой, брат. Я с тобой, дружище. Главное смотреть по сторонам. Сейчас какой-нибудь Вася лежит в кустах и просто ждет свою цель. Одноразово. Ох, там бойня, там наши танки, Шерманы там. Шерманы сражают. Ва, получает вообще жесть. Ну сорян, ты хотя бы метку бы дал бы. На. Да я понял, понял, бегу. Где? На что аптечка? О. Давай, Шерман. Один из трех. С РПГ дам еще. Эх, не успел я, не успел. Долго прицеливался. Блин, ну это долгий. Вот, конечно, в прицеливании очень долгий. Не, да ты чего, меня танк давишь? Не дави меня. А, нас тут двоих разбабахали, я понял. Блин, танкист вообще какой-то, не досмотришь. О, это что такое? Круто. А куда стрелять-то? Он назад смотрит. А ты читишься вообще? Правый верхний стрелок. Ну не, так неинтересно, ты тут стреляешь по кому-то. А почему никто меток не дает? Странные какие-то ребята. Или я так давно не играл, что... Никого не вижу. Ой-ой-ой, как опасно. Сейчас же опять выйду туда, где меня убьют. Ух ты. Жестко. Цель Баклан. А мне куда вообще бежать? Почему все стреляют, а я не вижу, в кого стрелять? Вообще хоть правильно бегу. Стреляй по врагу! По какому врагу? Где ты врага-то увидел? Что-то тут происходит. О! Я понял. Да кто по кому стреляет, понять не могу. Одна техника только воюет. Ой. Нормально. Вот он сидит в кустах и все. Его больше не интересует игра. Все, вот его весь геймплей сидеть в кустах. Ну, посмотри, развернись, танкист. Танкист. Алло. Понятно, танку вообще пофигу. Танку... Танкист красавчик. Я тоже хочу тогда на технике сидеть. Танк с моего отряда был и не видеть цель, но это вообще как-то. А, ну мы почти победили. Да эх, я по самолету так ни разу и не выдал.
О, есть. Пошла жара. Немножко, да, накоцал. Блин, ну что мне не нравится этот танк, у него пушки не спереди, а с правой стрелок F3. Да, ты хотя бы метку бы дал бы. Теперь слева будет видно. Стоп, я же нажал спрятаться, ну я понял. Меня снесли уже, да? Ну мы побеждаем, музыка эпичная пошла. О, тут наш боец. Или это не наш, я не знаю, а почему он по нашему танку так стреляет? Наших тут поднимают, идем. Идем давим, точку Е захватываем. А чё, наши не видели, что там враги, что ли? Есть! Попадание в стационарное орудие. На, еще тебе. Ха-ха-ха! Смотри, как понеслась, но под конец прям. Ой, надо будет попозже еще попробовать. Блин, мне прям понравилось вообще. Я давно, правда, не играл. 9 на 9 сыграл, 5300, конечно, мало обычно. По 19-20. О, лучший отряд даже у меня. Я попал в лучший отряд. Обалдеть, мне было забавно, весело, конечно, здорово. После целого месяца отпуска, отдыха. Не видеть ни компьютер, ни трогать ни мышку. Первая победа дня у меня. Компромиссные решения. Что-то мне тут понадавали, надо, в общем, вспоминать все, играть статистика. Отряд Баклан, не знаю, личное. Очков раунда, убийств 9, соотношение убийств 1, захвачены 3, защищено 6. Да когда я успел-то это все убийство при помощи техники 1? Ой, я не знаю, когда я это все наделал. В общем, было круто. Было классно. Очень классный бой получился, особенно после такого долгого простоя. 27 уровень. Ничего себе тут, ребята, почти 500-й. Обалдеть. Ладно, что ж, а на этом данное видео подошло к концу. С вами, как всегда, был Вузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.